Итак, всем привет. Добро пожаловать в очередную серию прохождения SnowRunner. В общем, решил сделать еще одно поручение. Вытащить цистерну с болота. Предыдущая. Я за кадром, короче, вытащил C70. Кстати, этим же тяжелым. Я о чем? Никаких проблем не было, вытащил очень быстро и очень легко, но я это не заснял. А вот цистерна заснялась. Потерянная цистерна вот здесь, а то было вот здесь C70, тут я вытащил, отвез на ферму сюда, вот здесь ферма. Так, а это мы вытащим, получается, сюда. В общем, по дороге. В общем, тянет очень круто, очень хорошо. Это, наверное, на данный момент самый крутой тягач, который у меня есть.
который не нужно отвести эту систему. Задачка вообще простая. Ну, главное выполнение для правильной техники. Заехал в болото, зацепил за лебедкой, подтянул, потом за фаркоп и погнал тащить. А сейчас я взял задачу на ферме, состязание. Пофармить немного. Пройти вот это вот состязание. На моем самом тяжелом внедорожнике. Тягаче. Тут подготовился немножко заранее, то есть взял прицеп, прицепил, закупил эти детальки, исходники. В общем, построил маршрут. Надо управиться за 6 минут, но я не знаю, успею, не успею, но золото. В принципе, на таком можно взять, но он медленный. Медленный, но хороший в проходимости в грязи.
похоже, вот финишная прямая. В 6 минут мы улаживаемся. Там на золото это 6 минут. Вот. На таком тягаче можно фармить опыт и доллары. Все прекрасно. Едем дальше.